Since the last time I was here, I did a new CD, so that's something new, but I still live in New York, so always lived in New York and probably always will. Окей. За эти полтора года она не сменила место жительства, ей нравится Нью-Йорк. Она надеется, что она там и будет дальше продолжать жить, и она выпустила новые CD-диски. Do you like Russia? Oh, yes, very yes. much. I've been here four times. I enjoy it very much. Okay, and are you planning to continue to visit some Russian places, some Russian cities, towns? Yes, there's many places I still haven't seen. Russia's a very big country. I already have been to certain places more than once, like Penza, and I'd like to go to St. Petersburg. Ей нравится находиться у нас в России, ей нравится посещать различные наши города, и она собирается посетить Санкт-Петербург. Haven't you visited St. Petersburg before? No, I've never been. Never Нет, been. Никогда не была. Да, у нас несколько песен новых. New, two or three songs new. Yeah, there's some new. Do you have some changes in your performance, if compared with last time? Yes, there are some new songs. There are some songs that we did before, and some songs that we did before have some slightly new arrangements. Да, у нее появились новые песни. Новые аранжировки. Новые аранжировки uh-huh. к ним, соответственно. Это немного другая программа. So what songs and why? Well, for example, there's a song that I did an arrangement of by the group, The Doors, called Light My Fire. I've always loved this song, and I put my own spin on it. Окей. Okay. Вошла новая песня, новые аранжировки. Мой огонь. То есть под названием «Мой огонь». Ей очень нравится эта песня, и, соответственно, она ее включила. Что нам дает? Это колоссальный опыт для нас, как для музыкантов, работать совместно с музыкантами, которые живут, тем более, за океаном. А почему тем более? Ну, потому что это очень далеко географически, и благодаря тому, что сейчас у нас есть Пенза-концерт и такие прекрасные стены, и мы можем приглашать и гордиться тем, что у нас есть прекрасная сцена. Вы знаете, мы вообще люди все разные. И когда мы вместе встречаемся на сцене и делаем совместную работу, и она у нас получается, и вызывает одобрение у зала, нам всем очень приятно. Расскажите, пожалуйста, завтрашняя программа. Сколько композиций войдет, и она как-то называется? Завтрашняя программа – это полноценный в одно отделение концерт. Часа на полтора. Знаете, все будет зависеть от того, сколько импровизаций сыграют инструменталисты. То есть произведение может длиться и 3 минуты, и 10 минут. Все будет зависеть от того, как мало пожелает или пожелает тот или иной инструменталист сыграть соло, длинное или короткое.